Поехали. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – системное мышление в Московском методологическом кружке и на Западе. Попытка типологического сопоставления. Я начну немножко не в том порядке, в котором я планировал это делать, значит, для того, чтобы отнестись к большому куску предшествующих докладов. Вот на картинке, которая так достаточно плохо у меня прорисована, изображено так называемое системное поле, по-английски systems field, то есть это организация интеллектуальной сферы системного мышления и системных практик, как это устроено на Западе по моей реконструкции. Ну, причем, значит, я могу здесь сразу, так сказать, сослаться вот на тот опыт, рефлексия которого послужила основанием для такой реконструкции, и сразу должен сказать, что моя позиция, она, конечно, отличается от той позиции, которая демонстрировалась на предыдущем коллоквиуме. В данном случае я выступал не как управленец, а я выступал как методолог, исследователь в области системного мышления. Я участвовал в семинаре Центра системных исследований Университета Халла. Это крупнейший центр системных исследований в мире и один из наиболее авторитетных. И затем я участвовал в двух конференциях британского системного общества в Оксфордском университете. Ну и, соответственно, вот удалось вступить с нашими английскими коллегами в такую достаточно активную и заинтересованную коммуникацию. Ну и, значит, соответственно, вот я смотрел, кто выступает на конференциях, как устроены сами конференции, как устроено британское системное общество, как устроено международное системное общество, вот, кто с кем как взаимодействует. Ну, то есть это было такое, ну, можно сказать, социальное исследование действием через такой, ну, коммуникационный контакт. Вот, значит, и картинка, получившаяся картинка, она выглядит примерно следующим образом. Вот здесь, ну, я прошу прощения, наверное, особенно со средних и задних рядов достаточно плохо видно. Вот в нижней части схемы расположено несколько одинаковых кругов со стрелочками. И там подписано, значит, внизу системные практики, а чуть выше системная методология, в скобочках инструментальная. Вот, собственно говоря, так сказать, вот каждый конкретный такой кружок, он изображает примерно то, о чем нам говорили на первом коллоквиуме. Вот целиком. То есть системная методология, так сказать, некая, как инструментарий, реализующийся прикладным образом в системной практике для решения конкретных управленческих задач. Ну и, так сказать, вот внутрь каждого из этих кружков я лезть не собираюсь, потому что нам, вот, как это там внутри все примерно устроено, блестяще было показано на первом коллоквиуме. Значит, единственное, вот в чем я не согласен с предыдущими докладчиками, значит, это с тем, что, значит,
Управление, ну, как я уже сказал в дискуссии, я не согласен с тем, что управление одно и мышление одно, так сказать, поскольку когда мы выходим в другую позицию, вот уже там, допустим, не руководителя конкретной корпорации, а, например, там исследователя или культуролога, или там организатора коммуникационного пространства между различными системными школами, вот, допустим, организатора такой конференции, на которой я был, то понятно, что уже, так сказать, пространство усложняется, и мы как минимум должны учитывать то, что системных методологий много, вот, они между собой конкурируют, так сказать, коммуницируют и так далее, так сказать. И более того, так сказать, нам еще нужно и отдельное пространство рисовать, вот, где создаются идеальные объекты, на которых основан инструментарий системного мышления, так сказать, инструментарий, в частности, методологии управления, где происходит там взаимная проблематизация, типологическое сопоставление и так далее. Вот. Ну и вот, собственно говоря, как раз пространство коммуникации, оно изображено выше и обведено таким, значит, красным прямоугольником, вот, а, значит, еще выше, ну, как рефлексивное пространство над коммуникацией, вот, изображено, собственно, пространство системного мышления в его чистом виде. То есть то пространство, так сказать, или подпространство, где мы можем задать вопрос, а вот, так сказать, что есть системное мышление, так сказать, вне зависимости от разницы подходов, то есть вопрос о единстве и целостности. Вот. Ну и я здесь как бы чуть-чуть опережающим образом хочу заметить, что вот это вот пространство, оно устроено вполне по мыследеятельностному принципу. То есть сверху у нас находится слой чистого мышления, внизу, значит, слой системных практик, то есть мыследействования, и, значит, связи между этими слоями опосредованы пространством коммуникации. Хотя при этом вот в таком, так сказать, вербальном виде они схемой мыследеятельности до сих пор не пользовались, ну, во всяком случае, до нашего там появления. Вот, значит, а теперь, собственно говоря, о том, значит, какие задачи я пытаюсь решить. Значит, ну, во-первых, это рефлексия нормативных принципов нашей интеллектуальной традиции московского методологического кружка в контексте сопоставления с западными аналогами. Во-вторых, типологическое сопоставление парадигм и сравнение общих характеристик системного мышления в ММК и на Западе. И в-третьих, ну, ради чего, собственно, все это нужно, ведь мы заботимся о воспроизводстве и развитии нашей методологии. Это определение направлений развития и путей институционализации системной методологии в России. Вот. Очень сложный методологический вопрос, значит, что мы сопоставляем. Я отвечаю на этот вопрос, значит, следующим образом, что мы сопоставляем интеллектуальные традиции. Ну, а, значит, конкретно интеллектуальные традиции системного мышления в СССР, России и на Западе. Значит, с одной стороны, системное мышление в московском методологическом кружке, значит, к которому мы отмечаем 60 лет, и он развивался с 54 года, и вот внизу почти та же дата, значит, основание Международного системного общества, 1956 год, значит, системного общества, у истоков которого стояли Бертаванфи,
Винер, значит, и президентами которого были и Аков, упоминавшийся здесь, и, так сказать, Уэлч, и, так сказать, многие другие известные люди. То есть, ну, в принципе, так сказать, на международном уровне существует достаточно много профессиональных сообществ, в названии которых есть слово «системное» или там «система». Вот. Но, значит, было выбрано именно вот эта вот, значит, линия, как, ну, во-первых, такая, так сказать, корневая, то есть идущая от отцов-основателей, и, во-вторых, еще и, значит, претендующая на такой, так сказать, ну, наибольший универсализм по сравнению с другими сообществами. Значит, что я подразумеваю под типологическим сопоставлением? Три шага. Первый шаг. Для каждой из интеллектуальных традиций предлагается адекватное ее самосознанию типология подходов. Второй шаг – это структурное соотнесение или наложение типологий. И третий шаг – это выбор организованности и характеристики которых поддаются соотнесению. Ну, нам легко, так сказать, если мышление одно и, так сказать, управление одно, а если у нас имеется плюрализм подходов и методологий, то мы же еще должны выбрать, что и с чем сопоставлять. Причем вот этот плюрализм методологии, он не только на Западе, собственно говоря, и в московском методологическом кружке на протяжении его 60-летней истории, так сказать, было достаточно много системных представлений, то есть они отличались также разнообразием. Ну, прежде чем говорить о системном мышлении в ММК, значит, я должен что-то сказать, собственно, о мышлении. Ну, прежде чем говорить о системном мышлении. Вот. Ну, здесь мою задачу облегчает то, что я уже, ну, как минимум, дважды на чтениях делал доклады, посвященные нормативным принципам мышления в московском методологическом кружке, и вводил даже такое понятие, как парадигмы нормативности. Вот. Ну, я просто, значит, кратко напомню эту конструкцию. Значит, она построена на двух группах предположений. Значит, во-первых, то, что московский методологический кружок на всем протяжении его истории объединяла идея коллективно распределенного мышления и его развития. Это позволяет предположить, что существует интеллектуальная традиция ММК как линия преемственности интеллектуальных разработок, характеризующихся сохранением базовых нормативных принципов мышления. Значит, и эти принципы соединяют практическое отношение мышления к миру с рефлексивным отношением этого мышления к самому себе. Ну, перефразируя известный тезис Георгия Петровича из книги «Я всегда был идеалистом», изменить мышление и через него мир. Значит, а вторая группа презумпций, она касается, собственно, уже парадигм. Значит, в истории ММК можно выделить периоды, в которые базовые нормативные принципы мышления в контексте разных интеллектуальных практик соотносились с разными онтологическими представлениями о мышлении и мире. Смена этих онтологических представлений, значит, и эволюция форм организации интеллектуальных практик ММК приводили к изменению трактовки базовых нормативных принципов мышления. Ну и в связи с этим можно говорить о разных парадигмах нормативности мышления. Каким образом примирить два этих тезиса о том, что существует интеллектуальная традиция и в то же время существуют разные парадигмы? То есть, с одной стороны, у нас непрерывность, а с другой стороны, разрывы. Разрешение противоречия заключается в представлении об интеллектуальном
об интеллектуальной истории ММК, значит, основанной на такой, значит, своего рода диалектике непрерывности и разрывов. Смена парадигм в рамках единой интеллектуальной традиции. Значит, при этом под, значит, парадигмой нормативности, значит, я понимал онтологические представления о мышлении и мире с нормативным статусом, которые кладутся на объектно-онтологическую доску, значит, принципы, регулирующие и соединяющие отношение мышления к миру и отношение мышления к самому себе. Тоже нормативные принципы, которые кладутся на оргдеятельностную доску, и рефлексивная зашнуровка этих досок в интеллектуальных практиках через категориальные схемы, нормирующие переходы между досками. Это схемы организации мышления. Вот. Ну и вот, используя такой инструментарий, я выделил три парадигмы нормативности методологического мышления, ну, которые более или менее, так сказать, соответствуют известным, значит, периодам в истории московского методологического кружка. Значит, логика эмпирическая, она же семиотическая парадигма, ну, примерно соответствующая периоду содержательно-генетической логики, инженерно-конструктивистская, она же деятельностная парадигма мышления, примерно соответствующая, значит, периоду общей теории деятельности, и социологически-гуманитарная, она же социокультурная парадигма методологического мышления, которая связана с мыследеятельностным подходом, а также с институциональными представлениями о воспроизводстве деятельности, коммуникации и интеллектуальных функций. Соответственно, вот выделив эти три парадигмы, значит, мы можем эти представления как бы опустить на системное мышление. Причем это, ну, сделать достаточно легко, поскольку, значит, у Георгия Петровича были достаточно четко различены два понятия системы, система 1 и система 2. Вот. Но, соответственно, значит, раз у нас, значит, есть третья парадигма, ну или во всяком случае происходит ее становление, то можно высказать правдоподобную гипотезу о том, что должна существовать и, значит, система 3. Ну вот о чем я пытался уже один раз докладывать на методологической конференции в 2012 году, в июне. Значит, ну вот основное, значит, основное требование к системе 3 заключается в том, что она должна соответствовать принципам мыследеятельностного подхода. То есть, вот если мы, так сказать, разберем схему мыследеятельности на ряд нормативных принципов, которые там заложены, то причем это вот я, собственно, все точно следуя текстам Георгия Петровича выделял. Угу. Вот, то такие принципы, как четкое различение мышления и деятельности, отказ от представления мышления как деятельности, или, к примеру, так сказать, введение в представление о мышлении другого, как возможности коммуникации, принципиального указания на коллективный характер мышления, так сказать, ну и другие принципы, которые, ну, явно вот на, так сказать, классическое описание системы 2, как оно дано в кирпиче, они не ложатся. Вот. Ну, соответственно, вот получаем три понятия системы в московском методологическом кружке вот в виде такой таблицы. Значит, в первом столбце, значит, тип системности, соответствующий парадигме нормативности мышления, система 1, система 2, система 3,
Во втором столбце тип отношения к миру. В третьем базовая онтологическая категория. Вот это вот очень важно. Для системы 1 это вещь. В аристотелевском смысле для системы 2 это деятельность. Для системы 3 это мысль и деятельность. Также очень важен тип управления. Ну, поскольку мы это собираемся в методологии управления использовать. Ну и вообще как бы вот системное мышление, допустим, в той же Англии, оно позиционируется именно как управленческая дисциплина, которой должны владеть управленцы топового уровня. Она преподается в обязательном порядке в бизнес-школах, на факультетах менеджмента и так далее. Значит, тип управления для системы 1 это control, то есть техника кибернетическое управление. Для системы 2 это менеджмент, то есть организационно-деятельностное управление. И для системы 3 это governance, то есть политическое, институциональное, рефлексивно-коммуникационное управление. Вот. Ну и еще, значит, четвертый столбец – это через что происходит рефлексивное замыкание, то есть согласование типа управления с представлением об объекте. Значит, ну тоже три варианта, значит, для системы 1 через онтологию предметное знание, для системы 2 через подход схемы и технологии, а для системы 3 через интеллектуальные традиции, институты и практики. Значит, здесь я эти моменты пропущу, потому что буду о них говорить дальше. Значит, вот теперь английская типология. Значит, я использую, значит, ключевую работу Джексона. Значит, первый раз такая типология была построена в 84 году. Называется она «Система системных методологий». Значит, основана на матрице. Две строчки – это тип системы по сложности, простые и сложные. Три столбца – значит, тип системы по характеру участников. Разделяются унитарные, плюралистические и коэрсивные системы. Коэрсивные – это системы, где у нас множество участников, но при этом они не равны, они не равноправны, они не могут свободно самоопределяться, а находятся в поле, так сказать, власти, там, в каких-то ограничениях и так далее. Значит, ну и, значит, соответственно, вот на пересечении, значит, в ячейках этой матрицы выделяются, значит, различные проблемные контексты. Значит, часть ячеек Джексон для простоты объединяет, и в шести ячейках он получает четыре типа, которые он так и обозначает, значит, тип А, тип A, тип B, тип C и тип D. Значит, для типа A, типа A, значит, проблемным контекстом является повышение целеустремленности системы и ее устойчивости к внешним воздействиям. Ну, это такая вот классическая кибернетика, исследование операций, системная инженерия, так сказать, это то, что, значит, Джексон вслед за Питером Чеклендом называет жестким системным мышлением. Тип B, там, значит, основной контекст проблемный, ну, примерно как на организационно-деятельностных играх, значит, они это называют исследованием целей и их согласованием, соответственно, это называется мягким системным мышлением, hard и soft. Значит, тип C, поскольку коэрсивные системы, то проблемный контекст – это обеспечение справедливости или равноправия. Тип системного мышления называется высвобождающим, по-английски emancipatory. И тип D, основной проблемный контекст – это поддержание разнообразия. Значит, здесь у нас работает постмодернистское системное мышление. Вот. Ну и, так сказать, достаточно легко накладываются типологии друг на друга. Ну, поскольку, так сказать, постмодернистское системное мышление в методологии ММК не представлено, ну, просто у нас проблемных контекстов таких не возникало, то, как бы, так сказать, возникает достаточно естественная гипотеза, что, значит, типу A соответствует система 1, типу B система 2 и типу C система 3. Вот. Но это только предположение.
Значит, ну, на каком основании я соотношу, значит, систему 1 с типом А и систему 2 с типом B, так сказать, на основе, так сказать, простой аналогии между методологическим поворотом, задаваемым оппозицией натуралистического и деятельностного подходов в ММК, и тем, что у них в 70-е годы произошло, так сказать, ровно то же самое. Как ни удивительно, так сказать, они даже название своего системного общества поменяли, значит. У них это называется переходом от интереса к общей теории систем, системным наукам и изучаемым ими системным объектам, к системной рациональности, то есть вопросам организации самого системного мышления в связке с системными практиками. То есть, ну, вот такой поворот к антинатурализму. Вот, значит, по какому праву я соотношу систему 3 с типом C? Значит, ну, во-первых, в сообществе последователей идей ММК представления о системе 3, значит, находятся в стадии становления, так же, как и социокультурная парадигма нормативности мышления, а поэтому, так сказать, само это соотнесение можно обернуть в качестве одного из требований к построению системы 2, которая должна быть способна работать с коэрсивными системами, характеризующимися неравенством участников, ограничениями на их свободное самоопределение, сложными властными институциональными конфигурациями и так далее. Вот. Значит, ну и вот, собственно говоря, вот таким образом выстраивается предмет соотнесения, так сказать. Ну вот про систему 1 и жесткое системное мышление говорить не очень интересно, а поэтому, значит, соотносить мы пытаемся систему 2 с мягким системным мышлением, при этом, как бы, так сказать, стараясь учитывать те общие черты, так сказать, которые были бы характерны, ну, я имею в виду общие черты мышления, которые были бы характерны и для системы 3. Вот. Ну и вот дальше я, собственно, уже перехожу к выводам, вот, что путем такого сопоставления получилось. Значит, четыре общих характеристики интеллектуальной традиции ММК, применимые и к системному мышлению на Западе. Первая характеристика – холизм и рефлексивность относительно других подходов и типов мышления в науке, проектировании, инженерии, социокультурных, правовых исследованиях и так далее. Вторая характеристика – практическая ориентация. Связи мышления, деятельность, системное мышление, системные практики, обеспечивающие использование системного подхода в качестве средства организации процессов решения комплексных проблем полипрофессиональными командами, в том числе с использованием игровых форм, что у наших коллег тоже достаточно широко практикуется. Третья характеристика – рефлексивность как практическая ориентация мышления по отношению к самому себе, его конструктивизм, способность пересобирать и перенаправлять себя. И четвертая характеристика, ну, о которой уже говорилось, вот, соотнося методологический поворот в ММК с тем, что происходило на Западе, это антинатурализм. Методологический поворот от мышления о системных объектах к организации процесса систематического мышления, в том числе через коммуникацию участников. Ну и подытоживая общие характеристики, значит, можно сделать вывод, что системное мышление в обоих интеллектуальных традициях является по своему базовому типу методологическим. То есть мы во Вселенной не одни, так сказать, у нас, ну, как минимум, еще есть коллеги-методологи, что очень приятно. Вот. Но при этом, так сказать, выявляются и определенные различия. Причем это различия вот даже не в самих вот этих общих чертах системного мышления, а больше даже вот в способах их реализации. Значит, вот такая характеристика, как конструктивизм мышления. Вот в ММК этот конструктивизм реализуется как онтологически ориентированный.
А на Западе, так сказать, они все эмпирики и прикладники. То есть конструктивизм реализуется как, значит, эмпирически и прикладно ориентированный. То есть у них вот схемы вот не такого уровня, как там наша схема мыследеятельности или там схема ВД и ТК, так сказать, а у них схемы такие, так сказать, очень рабочие, там, которые, так сказать, простые английские консультанты могут применять для решения управленческих задач. Вот Александру Прокофьевичу Зинченко такие нравятся. Значит, такая характеристика, как холизм. В ММК холизм реализуется через установку на универсализм методологического мышления и рефлексивное управление другими типами мышления. Ну, о чем неоднократно писал Георгий Петрович. Ну, можно так сказать, что в качестве настоящей в ММК признается только одна позиция, методологическая. Тут, по-моему, когда обсуждали управление на чтениях, вот, говоря о работе Щедровицкого-Дубровского 1967 года, про это даже вот, специально обсуждали. Значит, у английских коллег холизм реализуется наоборот, не через универсализм, а через установку на поддержание разнообразия системных методологий, проведение границ между ними и интегративность уже поверх границ. То есть в основе их холизма признание суверенитета каждой позиции, как методологической, так и иной. Вот. Книга Джексона, на которой я основывался, там даже вот оглавление построено таким образом. Значит, он вначале, так сказать, выделяет 10 базовых вариантов системного подхода, которые он описывает, а потом уже, так сказать, вот, разобравшись с границами, значит, предлагает еще 2 интегративных. И третья характеристика. Значит, это организация мыследеятельности и рефлексивных связей между ее слоями. Ну, в ММК, как известно, мыследеятельность представлена в качестве схемы принципа организации интеллектуальной практики. Мыследеятельность существует на концептуальном уровне, но при создании подходящих условий может реализоваться и поддерживаться. Ну, например, в условиях организационно-деятельностной игры. При этом рефлексивные связи между слоями мыследеятельности существуют прежде всего в логизированных формах. Ну, как на схеме, они нарисованы в виде, значит, рефлексивных связок. Значит, на Западе, ну вот как я показывал на картинке в самом начале доклада, мыследеятельность реализована в институциональном порядке организации интеллектуальной сферы. То есть в институтах, задающих отдельные слои мыследеятельности и связи между ними. А рефлексия существует прежде всего в практических формах, связанных с переходом позиционеров в другое институциональное подпространство. Ну, например, там практикующий консультант или работник оборонного сектора или, так сказать, инновационный предприниматель, он может приехать на конференцию системного общества и, значит, рассказывать там про свой, значит, опыт из практики. Вот это их любимое выражение. Значит, опыт из практики. Вот как он применял те или иные, значит, системные модели, вот, и что у него получилось. Вот. Ну и, значит, соответственно, там профессора, так сказать, или исследователи, которые работают в слое чистого мышления, так сказать, они это рефлектируют, задают вопросы, делают какие-то выводы, вот, и так далее. Вот. Ну вот еще раз эта картинка, значит, с устройством системного поля. Вот. Ну дальше возникает вопрос, а вот как бы нам что вот это вот системное поле, его устройство этого системного поля, как интеллектуальной сферы, значит, вот транслировать к себе именно в таком виде или как-то вот, ну, попытаться по-своему это переосмыслить и, значит, подстроить под наши институты. Вот. Значит, ну, как показывает
Как показывает анализ, все-таки, ну, какие-никакие, так сказать, системные практики и инструментарий у нас в стране присутствует, значит, есть, ну, по меньшей мере, значит, несколько школ системного мышления, так сказать, не только московский методологический кружок этим занимается. Вот. Но при этом как бы практически отсутствует вот это вот пространство коммуникации между подходами, где они могли бы, так сказать, вести между собой там проблематизирующую коммуникацию, так сказать, определять взаимные границы, сопоставлять средства и так далее. Вот. Ну вот в качестве такого, значит, организационного хода предлагается создание русского системного общества, которое бы занималось развитием в России системного мышления на основе разработок ММК и других отечественных школ с учетом зарубежных достижений, поддерживало бы площадку коммуникации отечественных школ между собой и с зарубежными, занималось бы институционализацией системной методологии как полноценной интеллектуальной сферы, ну и, разумеется, участвовала в решении комплексных проблем страны и международных отношений. Ну, спасибо. Спасибо за внимание. Да. Давайте ваш вопрос, потом Вадим Маркович, потом Бахтурин. Еще есть вопросы? Это хорошо, что нету. А, Толя, хорошо. Степанов. Вячеслав Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как соотносится рефлексивность по отношению к другим подходам, вот в первом, так сказать, пункте, и антинатурализм в четвертом пункте? Спасибо. Это, вот это? Да. Ну как, ну так это, сами сказать, так и соотносятся, чем они друг другу мешают. А вот рефлексивность, это значит, это какая-то приемлемость, а анти – это отвержение анти. Хорошо, спасибо, Вадим Маркович. У меня один вопрос такой, менее важный, но интересующий меня, поскольку вы все время это акцентируете в разных выступлениях, а именно – вот вы сказали коллективно распределенное мышление. Я тоже за, но только я хотел бы понять, что это такое. Ведь вроде бы там нет субъекта, который мыслит. А если есть, вообще как вы понимаете? Это вот первый вопрос. А второй, более, может быть, сложный. Ну, ваш доклад был достаточно сложный. Как вот понять то, что вы делаете? Ведь это вы изобразили это дело в такой познавательной некоторой модальности. Вот сравнение двух, как говорится, способов мышления системных. В то же время, когда вы даете типологии свои, и когда к ним приглядываешься, то больше начинаешь понимать, что это скорее организация материала ваша собственная. То есть вы пытаетесь понять связь этих подходов, предлагаете... Вот, потому что, ну, по поводу каждой позиции можно начинать, как говорится, спорить. Вот вы говорите «вещи» как один из критериев. Но это непонятно в самом простом виде. То есть, оказывается, это требует очень сложной аргументации, почему вещь и вещь ли там на самом деле. И отсюда тогда у меня вот такая интерпретация, согласились бы вы с этим или нет. Что на самом деле это вовсе не исследовательская позиция была вами реализована, а скорее... такая, я бы сказал, методологически инженерная, а именно, вот вы говорили о коммуникации, которая необходима, и для того, чтобы эту коммуникацию осуществлять, нужен специальный язык и особое видение. И вот вы предлагаете, по сути дела, этот язык, схемы, которые позволяют впервые начать такую коммуникацию. И в этом смысле очень большой вопрос, а, собственно, что есть там изображено у вас? Спасибо. Спасибо, Вадим Маркович. Только отнеситесь к этому как к вопросу. Да, я попробую начать со второго, пока я его не забыл. Вот. Ну, действительно присутствует попытка выстроить язык для коммуникации.
Вот. Но при этом, ну, насколько, по крайней мере, вот, я стремился этот язык все-таки, значит, основывать на неком, ну, как я это назвал в начале доклада, исследовании действием, чтобы не происходило, ну, такое, так сказать, насилие, насилие над материалом. Вот. Ну, потому что там... Слава, вас спрашивают про позицию. Не надо так вокруг да около. Вам навязывают какую-то конструкцию. Вы рассматриваете свою работу как исследовательскую. Ну, о чем вы сказали? Значит, я пытаюсь заниматься двумя вещами, то есть в этом смысле две позиции получаются. Значит, одна позиция – это организация и коммуникации с представителями, так сказать, забугорной цивилизации. И вторая позиция, обеспечивающая эту коммуникацию, сравнительное исследование. Хорошо. Бахтурин, потом Левенчук. А он забыл его, и я тоже. Это нормально. Ну, когда два вопроса задаешь, на этих рискуешь. А да. первый вопрос про коллективно распределенное мышление, значит, это подразумевается, так сказать, когда мы имеем некий сквозной процесс мышления, так сказать, захватывающий разные позиции, так сказать, но при этом, значит, вот эти вот позиции вместе, так сказать, действуют так, как будто это один рациональный субъект. Спасибо. Ну вот как в случае, когда мы говорим, суд выносит приговор. Не просто судья, а, так сказать, суд, то есть определенная, так сказать, совокупность институциональных фигур. Пожалуйста. Слав, у меня к вам вопрос по методу. Вот смотрите, вы вроде бы, когда собирали все эти, ну, на фотографии, да, вроде они у вас собраны в логике схемы мыследеятельности. По-моему, вы об этом говорили. Да. Но последующая терминология, там вот, где вы употребляете термин «парадигма», вроде бы намекает на близкую, но, так сказать, идущую к куновской традиции способ схематизации научных сообществ и их там соотносимости и прочее. Вот скажите, вы, так сказать, ну, был ли у вас опыт, заход на развлечение применения схемы мыследеятельности и куновской вот этой, ну, в общем-то, тоже трехслойки, которая по-другому немножко просто разделена, к анализу вот системных сообществ и прочее. То есть основание выбора этой схемы только потому, что вы член СМД-сообщества, или вы вот проводили там какие-то здесь сопоставления? Ну, я здесь вот конкретно не пользовался куновскими схемами. Я использовал термин «парадигма», причем применительно к нормативности. Но я специально определил, что я под этим понимаю, это не куновская конструкция, а типично методологическая, так сказать, из двух ортогональных досок и рефлексивной зашнуровки. Спасибо, Толя. И потом ваш вопрос, и на этом вопрос и будем завершать. Я считаю, что это очень интересный был доклад. Это суждение, не вопрос. Не, это сейчас. Послушать дальше. Очень интересный был доклад, и его не хватало, наверное, много лет. И в этом-то и есть проблема. То есть я бы отлично понимал этот доклад, если бы он прозвучал в 1990 году, потому что сравнивается состояние, как бы, state of the art, соответствующего поля, где-то так 84-й, 85-й, 85-й. Это не вопрос, это суждение. Сейчас, секундочку. И вот вопрос, а если мы уж действительно сравниваем мысли ММК, традиции, да, как традицию, и то, что происходит на Западе, то почему звучит все это в настоящем времени? Потому что с 90-го года, когда уместно было бы такое сравнение, и действительно эти и публикации Джексона, и Чекланд, там он тоже не такой свежий, все эти древние книжки западные сравнивались с древними достаточно уже работами ММК. А что про 2014 год? Какая коммуникация? Антикварная? Это я, наверное, повторяю вопрос про исследовательская позиция. Или это позиция архивариуса, который сравнил, что было когда то,
там, ММК в 1700 году, системное мышление в 1700 году. ММК в 1985 году, по сравнению с книжкой Джексона, 1984 года. Вот что планируется сейчас, например? Если... Спасибо, Толя. Наконец, прозвучал подобие вопроса. Хотя думаю, что это вы именно сдурите просто, да. Ну, может быть, вопрос риторический, я ну не да, знаю. Ну да, я понимаю. Я честно да. хотел... Но мы его воспримем буквально. Спасибо за вопрос. Значит, ну, что касается давности материалов, на которые я ссылаюсь, вот книга Джексона, так сказать, из которой я непосредственно позаимствовал вот те схемы, которые сегодня рассказывал, она 2003 года. Я когда ссылался на 84 год, ну, я просто как честный человек посмотрел вот, ну, в каких первых работах вот это система системных методологий упоминается, так сказать. Но она не утратила актуальности. Я смотрел, так сказать, публикации там и 10-го, и 11-го, и 12-го года. Я регулярно получаю их журналы. То есть, ну, в этом плане как-то я стараюсь быть на переднем крае, так сказать, их системного мышления. А вот что касается нас, то вот тут действительно для меня немножко странный такой момент, вот почему, так сказать, при появлении мыследеятельностного подхода вот не была пересмотрена базовая системная категория. Вот это вот действительно интересно, почему такой вопрос не был поставлен раньше, но лучше поздно, чем никогда. А вопрос про позицию... Ну, он остался, он у меня есть. Ну да, вот я вопрос. Хочу подтвердить, что мой вопрос был про позицию. Да. Вы писали со стороны как архивариус, вот так хоть вы и наперекосяк. Или вы все-таки действительно вы говорите, что я ввожу понятие системы 3, раньше его не было, смотрите, в 2012-м вел, сейчас веду. И буду его сравнивать, может быть, не с Джексоном, который тоже, как выяснилось, давно был и до сих пор остается, и самый рекламируемый, и там Чекланд. А с теми, кто сейчас вот молодая шпана западная на английском сметает Джексона с лица земли, и я буду бодаться с ними, со своей системой 3. Ну, так сказать, об этом нужно подумать, но во всяком случае, так сказать, систему 3 я пытаюсь ввести, а Розину я отвечал, что, так сказать, ну, одна ввести из... Ввести в российском масштабе, или вы ее вводите вот в контекст... Анатолий Юрьевич, ну вы задали же уже вопрос. Да, я задал, я просто добиваю... Нет, вы же его задали, я не знаю, кого вы добиваете. Главное, зачем? Да, сказал, что вопрос не является формой. Это вопрос не палка. Как я уже отвечал Вадиму Марковичу Розину, одна из моих позиций занимается организацией коммуникации. Спасибо. Прошу вас, и переходим к замечаниям. Прошу меня простить, может быть, я не все поняла. Но у меня вопрос такой. Куда девается сознание, тем более тогда, когда речь идет о сопоставлении двух совершенно разных Запада, например, и России. Говорится о нормативности, а правовое сознание как таковое и отсутствие его не учитывается вообще. Оно что, за скобками, несмотря на то, что такое колоссальное различие? Каким образом вообще, вот сознание вообще мышление не имеет у вас отношения, что ли? Нет. Вот как... А вы, Георгий Петрович, читали? И культура вообще, как говорится, она за пределами. Нет, нет, почему просто... не за пределами? Но скажите честно, читали, Георгий Петрович? Конечно, нет, я его больше слушала. Понятно. Он меня заразил больше этими понятно. Книгами. Но... Я сейчас вот обновляю, смотрю, да. что он из этого сделали сейчас. Потому что то, что я получила ну, тогда хорошо. У него в живом виде, это было несколько другое. Я понимаю. Но это давно же было, правильно? Ну, я могу так вот коротко прокомментировать, что вот система 3 у нас и типы C и D у них, так сказать, претендуют на то, чтобы работать с системами, обладающими там самосознанием, так сказать, внутренним смыслом, самоидентификацией, то есть вот с такими реалиями. Ну, о чем вроде бы вы в докладе уже один раз сказали. Так, замечание, пожалуйста, Вадим Маркович. Ну, я, во-первых, хочу все-таки акцентировать эту тему коллективно-распределенного мышления. Мне она представляется очень важной, я буду говорить еще на своем докладе об этом.
Потому что это одно из действительно достижений Московского методологического кружка. Но я бы сразу указал, что надо, мне кажется, стоит подумать над тремя разными случаями. Первый случай, когда у нас есть программы и некоторые такие нарративы, которых придерживается коллектив. Тогда получается так, что несмотря на то, что каждый мыслит по-разному, если люди принимают эти программы и вот эти самые парадигмы, то возникает действительно коллективно распределенное мышление. Это первый случай. Второй случай – это что-то типа полилога, когда есть особое коммуникационное пространство, это Галина Алексеевна как раз в этом специалист, и за счет организации коммуникации возникает тоже какая-то структура коллективно распределенного мышления. И есть еще третий случай, когда мыслит отдельный человек, но поскольку существует оппозиция или сходство других мыслителей, которые тут же вбрасывают этот материал, то получается, что каждый отдельный или тот, кто может взять и разворачивать, он начинает мыслить не только как отдельный человек, а у него появляется свое социальное тело своего рода. То есть он начинает мыслить как бы как сверх отдельная личность. Это первое. Теперь второе. Вот по поводу того ответа, который Вячеслав давал. Мне кажется, он очень правильно отвечал, что у него на самом деле здесь две было установки. И создать язык для коммуникации в рамках системных разных представлений, и исследований. Но только тут надо вот что иметь в виду. Если речь идет об исследовании, то это прежде всего конструирование идеальных объектов, да? И в этом смысле у нас нету, у нас другой, как бы, другой статус онтологии, другие смыслы. Мы в этом смысле двигаемся в поле разворачивания теории, поиска истины, объяснения фактов и так далее. А если речь идет о построении языка, то все эти представления начинают выступать как схемы. Вот обратите внимание. Которые в первом контексте идеальные объекты, а здесь они схемы. И тут начинается их другая жизнь. Жизнь как схем, как средство решения практических задач. Спасибо. Да, прошу вас. Еще есть выступление, чтобы я видел руки? У меня замечание положительного характера. Работа Вячеслава Геннадьевича находится на переднем фронте развития СМД-методологии, начатой Георгием Петровичем в ММК 60 лет назад. Спасибо. Спасибо. Да, прошу вас. На последнем слайде вы представили ваш проект «Русское системное общество». Мне кажется, термин «системное» слишком широко употребление. Есть системный модуль, системный программист, системные исследования. Наверное, этот проект лучше бы озаглавить «Русское системное методологическое общество». Спасибо. Спасибо. Будете как-то реагировать на дискуссию в целом? Я бы хотел только... В микрофон. Хотел бы поблагодарить. Я думаю, что вот те развлечения, на которые указал Вадим Маркович, действительно нужно их учитывать. Вот, спасибо. Но, понимаете, нужно же еще ответить на вопрос, в какой функции Джексон вводил эту типологию. Вы не затронули этого вопроса, и возникает, конечно, ну, некая... некая такая несогласованность наших интуиций касательно ситуации вокруг системного подхода и системных методологий у них и у нас. Ну вот давайте еще раз. Ведь вот если то, что говорил Левенчук, довести до предела, то мы должны сказать так. Начали одновременно... Двигались параллельно, где-то опережая, ну, самые передовые образцы системных идей, почти одновременно перешли от чисто системного или системно-натуралистического к системодеятельностному.
это хорошо видно там по работам того же Чекунда, а потом, не знаю что, и вывалились из контекста. И сейчас начинаем производить работу по анамнезису. Я не знаю, прав или не прав Левенчук, потому что у меня всегда впечатление, что эти вот, значит, молодые, бесшабашные, сносящие все на свете и так далее, потом концов не найти. То есть он все время про них рассказывает. Вот. А, значит, у меня ощущение, что это все просто на одном, значит, форуме, значит, на Фейсбуке все происходит и дальше не распространяется. Но все равно есть некое ощущение того, что произошла остановка, и темп был потерян. Ну вот, собственно, этот вопрос и остается, что, так сказать. И с чем туда приходить? Потому что для того, чтобы участвовать в коммуникации, надо принести что-то, что ты делаешь сейчас. Ну, про Георгия Петровича можно сказать один раз, второй раз, третий. Понимаете? Но на четвертый, это, знаете, я, значит, в Японии обсуждал там издание, ну, неких работ там переводных. И мне издатель, такая старая издательская семья, много лет издает. Он говорит: вы понимаете, у нас в Японии такой парадокс. Молодежь мертвых не читает. Ну, все, все, читает только живых. Потому что чего читать тех, кто уже умер? Понимаете? И это действительно некая ситуация, потому что, ну, пересказали мы Георгия Петровича, сослались на работу 64-го года, все это здорово. Они как люди вежливые. Они кивают. Потом говорят: вы знаете, мы специально для вас начнем издавать серию под названием «Забытые мыслители». И в нем обязательно издадим том про Георгия Петровича. Вот. Точка. А? Теперь они говорят: ну а что вы сейчас делаете в развитии этой методологии? И тут вам, как честному человеку, нужно брать Зинченко. Он ушел. И пихать его вперед. Говорит: вот что мы делаем. Вот что мы делаем. Мы корпоративные, значит, восстанавливаем корпоративное управление в стране, которая 100 лет насчет этого не делала. Так вот он первый перевелся на английский. О, правильно! Вот он и перевелся, потому что что они перевели? Они перевели тезисы Георгия Петровича об управлении внутри рассказа о своих управленческих практиках. И это понятный формат. Это вот сейчас они делают, а на это они опираются, да. Только, пожалуйста, ссылочки тщательно выверите. Не рассказывайте, что это вы все придумали, а скажите, кто это придумал, когда, так сказать, поэтапно, кто на кого ссылался, и вот такое же, значит, дерево ссылок приведите в вашей книжке, чтобы мы видели, как идеи развиваются. А вы не можете, но мы вам поможем. Ну, они так и говорят, что да, мы уже вот уровень осознали, так сказать, а теперь приезжайте с кейсами. Я догадываюсь, Слава. Я когда вас отправлял в командировку туда первый раз, когда это было? В 2011 году. Мне было известно, чем это закончится. Но я теперь задаю вопрос всем. Потому что если окажется, что мы рефлектируем свою практику в других понятиях, не в системных, тогда о чем мы разговариваем с парнями, которые рефлектируют в системном подходе? Ну, произойдет нестыковочка. Они скажут: вы не к нам приехали, вам в университет в Йорке, а не в Хале. И теплее. Потому что южнее. Только надо понимать, что таких там тусовок тысяча. Тысяча. А вы выбрали вот. Ну, короче, вопрос понятен, да? Это я частично расшифровываю, что говорит Левенчук, но при этом частично ему оппонирую.
Спасибо большое, Владимир. Значит, я назвал свой доклад «Сопоставление системной методологии Питера Чекланда и системного подхода КП Щедровицкого». Собственно, первый вопрос, которого бы я хотел коротко коснуться, это в чем смысл сопоставления системного подхода Георгия Петровича Щедровицкого и разработок других школ. Я решил на него ответить, поскольку этот вопрос задавался, ну, а значит, он, как говорит, он микрофон. В общем-то, смысла для меня два. Первое – это изучение работы авторов других школ позволяет взглянуть со стороны и лучше понять авторов своей школы. Второй момент, что с моей точки зрения необходимо восстанавливать горизонтальную коммуникацию, ну, во всяком случае, двигаться в эту сторону. И для того, чтобы понять, что мы можем сказать другому, нужно восстановить его позицию. Ну, а чтобы понять позицию другого, нужно сначала восстановить свою. Значит, это не первая версия доклада, и, соответственно, когда были предыдущие подходы, то, собственно, мы задумывались над тем, почему системный подход Георгия Петровича и системная методология Чекланда – это сопоставимые явления. Ну и, в частности, возникла гипотеза о том, как нужно, ну, с какого, грубо говоря, угла или с какого конца начинать разворачивать этот вопрос и проводить сопоставление. Я решил взглянуть на вызовы, ответом на которые стал переход к системному мышлению у обоих авторов, к системному мышлению и его развитию. Собственно, Чекланд говорит о сложности и запутанности мира и социальных ситуаций, с которыми ему и, собственно, школе, в которую он входит, приходится работать. Ну вот, если пройтись по формулируемым тезисам, то это, собственно, сложность и запутанность ситуаций. Дальше он говорит, что когда несколько десятков лет была запущена программа исследований действий Ланкастерского университета, то, собственно, они столкнулись с обескураживающей сложностью возникающих ситуаций, как индивидуальных, так и групповых. Ну, следующий момент. Он понимает системное мышление как попытку избежать редукционизма естествознания. И еще один момент, о котором он говорит, что, собственно, когда он сменил позицию и перешел на управленческую позицию, то столкнулся с тем, что классический систем инжиниринг не обеспечивал его средствами для решения задач, которые у него возникли на новой позиции. Собственно, если посмотреть то, о чем говорит Георгий Петрович, то, подытоживая различные позиции в работе системного движения перспективы развития, системное движение перспективы развития системно-структурной методологии, подытоживая собственно, вызовы, на которые пытаются отвечать различные течения в системном движении, он сам говорит, что специфические системные проблемы, с его точки зрения, возникают тогда, когда мы имеем несколько принципиально разных представлений одного и того же объекта. И, пользуясь различием объекта и предмета, я могу сказать более точно и перевести выражения принципиально разные на язык эпистемологических характеристик. Системные проблемы возникают тогда, когда мы имеем объект, реально данный или подразумеваемый, зафиксированный в нескольких разных предметах, и мы должны их соединить либо в ходе нашей практической работы, либо теоретически, либо в предположении, что эти разные предметы описывают один объект, в кавычках, изучения. Ну, соответственно, мы сталкиваемся с тем, что и одна, и другая сторона, они фиксируют
собственно, сложность объекта, усложнение объекта. И если Чекланд говорит о том, что системная методология – это для него способ фактически уйти от редукционизма естествознания и двигаться междисциплинарно, учитывая разные и множащиеся дисциплины, то Георгий Петрович ставит проблему синтеза знаний в условиях множества предметных знаний и множества, собственно, научных предметов, построенных как предметы о монопроцессах за счет техники изоляции. Собственно, когда сам Георгий Петрович рассматривает, как сопоставлять натуралистические деятельностные подходы, то он говорит о том, что нужно сопоставлять, ну, что подход – это вообще сложная сорганизация объектных представлений и средств. И в этом смысле для того, чтобы сопоставить подходы, нужно сопоставить, собственно, объектные представления, ну и средства, которыми пользуется, собственно, этот подход. Я решил попробовать это, но, может быть, отвечать немного сложнее и глядеть, как конкретная школа строит представление об объекте. Соответственно, Чекланд, перейдя на управленческие позиции, начинает с использования средств системной инженерии или так называемого жесткого системного мышления. Соответственно, Джексон пишет о Чекланде следующее, что будучи вынуждены решать сложные проблемные ситуации в реальном мире, жесткие системщики, люди, практикующие жесткую системную методологию, заменили традиционное понятие научного объекта на систему, как фокус исследования. Жесткие системщики, будучи проблемно ориентированными, а не дисциплинарно центрированными, должны были опираться на целый ряд дисциплинарных областей, работать междисциплинарно. Сам Чекланд пишет, в System Engineering, а также в подобных ей подходах, основанных на тех же фундаментальных идеях, таких как системный анализ РЕНД или классические исследования операций, слово «система» используется просто как ярлык для чего-то, считающегося существующим в мире вне нас. То есть он говорит о том, что фактически жесткие системщики, ну и он в начале своего движения в системной области, считали мир набором взаимодействующих систем, которые существуют во внешнем мире, работают не слишком хорошо и, собственно, подлежат техническому воздействию, направленному на улучшение их работы. Джексон пишет о жестких системщиках, что те считали, что они могут определить цели системы, которые они стремятся улучшить. Ну и видели в систематическом свою роль в систематическом осуществлении этих задач. Собственно, ну, если коротко резюмировать позицию жесткого системного мышления, то считается, что позиции существуют во внешнем мире, что их цели очевидны. Ну, вот, например, что организацию можно представить как набор систем. Система сбыта, система производства и так далее. Что границы этих систем понятны, и они соответствуют границам организационных подразделений. Также считалось, что очевидны проблемы, и, собственно, не составляет большого труда их восстановить. Собственно, чтобы дальше сопоставлять, я хотел бы сказать или постараться реконструировать представление об объекте. Шаг назад. Дело в том, что поскольку Чекланд осмысливает ту практику, которую они начали складывать, как, собственно, управленческую, и переход от жесткого системного мышления к разработке инструментов мягкого системного мышления, как, собственно, создание средств управления, то мы, пытаясь сопоставить, как разные школы строят объект, можем
начать с объекта управления. В этом смысле, спасибо. Как Георгий Петрович вводит представление об объекте управления? Ну, фактически, если грубо, то он говорит, что объект – это схема, которая вырезает в мире, в материале мира некую конструкцию, некий предмет, с которым работает управленец. И в работе «История становления представления об организационно-технической или социотехнической системе» Георгий Петрович методично различает внутри объекта управления, или я бы сказал, внутри объекта понятия управления, ряд уровней или слоев. Ну, вот если взглянуть на схему, то мы видим, что внизу вот эта такая кракозябра, там материал. Дальше имеется верхняя часть этой схемы, это одна мышка, да? Вот это вот верхнее полушарие, которое фиксирует результаты рефлексии, или, чтобы сказать еще грубее, авторефлексии. Не рефлексии себя с окружением, а именно себя как действующего. Есть рефлексивная фиксация самого себя как действующего и относящегося. Собственно, третий слой или уровень этой схемы, который фиксируется из мышления вот этой позиции, то есть в другой плоскости, плоскости ортогонального пространства, мы фиксируем ту систему мыследеятельности, по отношению к которой мы должны работать или к которой мы имеем соответствующее техническое отношение. Поэтому эта вторая часть существует в другой интеллектуальной функции, уже не в рефлексии, а в собственно в мыслительном полагании или в действительности мышления. И используется нами как изображение чего-то, что допускает онтологизацию, объективацию, ну и так далее. Соответственно, пока что вот это представление, которое мы реконструировали, это такого рода схема, как, собственно, субъект и объект. Напоминает схему субъект-объект. Но дальше говорит Георгий Петрович, я здесь воспользуюсь схемой или перерисовкой схемы, которая заимствована из цикла лекций Петра Георгиевича, который по схематизации, который читался 5 лет в Высшей школе экономики. Соответственно, далее говорит Георгий Петрович, и лишь затем происходит состыковка этих двух половинок схемы, полученных за счет разных интеллектуальных функций или интеллектуальных процессов. Но они теперь стыкуются друг с другом на уровне схематизма. При этом мы игнорируем различия интеллектуальных функций, в которых они были порождены. А затем эта состыкованная схема как бы вынимается из нашей деятельности, мы как бы выходим из этой верхней половинки в следующую, уже, по-видимому, метарефлексивную позицию. И затем эту метарефлексивную позицию мы переводим снова в деятельностную, мыследеятельностную, или в чисто мыслительную, мыслительный план за счет соответствующей онтологизации ее уже как целого. И таким образом свертываем в ней весь этот сложнейший, длинный, гетерогенный процесс нашего мышления, рефлексии, понимания мыследействия и так далее. И, соответственно, то есть фактически две половинки схемы, положенные за счет разных интеллектуальных функций, объединяются в единую онтологическую схему или схему такого объекта, как управление. Ну и пятый слой, если коротко сказать, это когда вот эта единая схема заимствуется или опять спускается в слой деятельности, или которая сейчас может выступить уже как мыследеятельность, и выступает основанием для технического отношения или организационно-технического отношения. Ну, разделив эти пять слоев объекта, я попытался взглянуть на разные этапы работы мягкой системной методологии, которую описывает Чекланд, как сопоставить их с теми или иными уровнями объекта. Потому что работа, собственно, которую описывает Чекланд, в ней есть познавательная составляющая,
с одной стороны, а с другой стороны, в ней есть составляющая, которая направлена на изменение социальной ситуации, с которой работает мягкая системная методология. То есть, поскольку есть составляющая, направленная на то, чтобы построить объект управления, то мы можем, собственно, с этими слоями объекта попытаться сопоставить работу по построению объекта мягкой системной методологии. Итак, собственно, в этой работе есть такой этап, как обследование проблемной ситуации. Ну, собственно, он состоит из нескольких этапов. Первый этап – это построение подробной картины, когда фактически ситуация, в которую исследователи вошли и осуществляют в которой коммуникацию, она схематизируется. То есть строятся зарисовки, которые изображают множество элементов этой ситуации и связи. Ну вот я справа привел некую упрощенную зарисовку, и сам Чиклунд говорит, что мы пытались там в какой-то ситуации построить 5 изображений, охватывающих ее ядерные процессы и структуры. Ну, здесь я также сразу отмечал, на какой категориальный он аппарат опирается. То есть это элементы, связи, процессы и структуры. И, соответственно, вот на этом же этапе, когда системный исследователь описывает материал ситуации, они осуществляют так называемых 3 анализа. Первое – это они фактически восстанавливают заинтересованных лиц, которым они могут приписать ответственность за проблемы, ну или, я бы сказал, стейкхолдеров. Второй и третий анализ. Второй – это такой институциональный, то есть они стараются восстановить роли, нормы и ценности людей, действующих в ситуации. И, соответственно, третий анализ – это они пытаются мягко восстановить, собственно, каким образом реализуется власть в этой ситуации. Следующий момент. Следующий этап работы – это моделирование целенаправленных систем человеческой деятельности как наборов связанных деятельностей. Фактически я это сопоставляю с фиксацией системы деятельности, которой будет осуществляться техническое отношение, то есть с восстановлением объекта. Но при этом Чекланд неоднократно подчеркивает, что они не воспринимают модели целенаправленной деятельности как представление о ситуации или представление об объекте. Он подчеркивает, что они заимствуются из их арсенала просто как мыслительные средства для того, чтобы построить список вопросов, с которым исследователь может прийти в ситуацию. Соответственно, второй момент. Как строятся эти модели? Фактически, Чеклан говорит, что они различают... модель, как правило, затрагивает 3 системных уровня, которые соорганизованы следующим образом. Есть уровень системы, собственно, некий базовый процесс. Есть уровень подсистемы. Подсистемы выступают инструментами базового процесса. Ну, он называет его не базовый, чуть позже скажу, как он называется в их языке. И, соответственно, есть надсистема, для которой система выступает одним из инструментов, и надсистема может отменить процесс, который идет в системе. Соответственно, отмечается, что эти уровни, они зависят от позиции наблюдателя. И смена позиции наблюдателя приведет к тому, что в качестве системы будет выбрано нечто другое. Дальше. Вводится аппарат рассмотрения, где на уровне системы помещается процесс трансформации, соответственно, на уровень объемлющей системы помещается так называемый owner или собственник, который может остановить процесс трансформации. Соответственно, вот он говорит, что такое системное мышление обеспечивает мышление на 3 уровнях. Что это соответствует системе, как это соответствует инструментам или подсистемам и зачем. Это вопрос, собственно, на который отвечает объемлющая по отношению к системе система. То есть формула сделать P посредством Q для приближения достижения R покрывает все 3 уровня. Соответственно,
Если более внимательно посмотреть язык, с помощью которого описывается уровень системы, процесс трансформации, то мы увидим, что там есть организованности, напоминающие организованности акта деятельности. Ну, в частности, есть акторы, есть сам процесс трансформации, но есть и организованности, которые отличаются от акта. Клиенты, то есть это те, кто может быть бенефициарами или наоборот потерпевшими от процесса трансформации. Это овнер или собственник, который может отменить процесс трансформации. И это внешние средовые факторы. А также картины мира, о которых я скажу чуть позже. Сейчас. Фактически, что возникает, когда о социальной ситуации, как бы, когда заимствован ряд моделей, которые считаются более-менее релевантными социальной ситуации и могут служить средствами для построения вопросов к людям, к участникам этой ситуации. Они столкнулись с тем, что цели могут быть интерпретированы и интерпретируются множеством вариантов. И поэтому они привлекают такую конструкцию, как worldview или картина мира или мировоззрение. И функция ее следующая. Это, собственно, дать интерпретацию цели. Например, он рассказывает об одном из своих первых проектов, когда он участвовал в проекте создания самолета «Конкорд», и говорит, что сначала они, так сказать, двигаясь в традициях системной инженерии, описывали этот проект для заказчика как технический, хотя параллельно в этот момент разворачивался процесс вступления Англии в европейское сообщество, который был забаллотирован Деголем. И, как стало известно позже, то, что Англия вошла в проект «Конкорда», оно изменило позицию Деголя, и, соответственно, он рассмотрел это как серьезность намерений и снял вето. И фактически Чедлан говорит о том, что политическое рассмотрение их участия в проекте как политического и подобная интерпретация проекта для заказчика, она была бы не менее, а даже более эффективна, чем техническая интерпретация. И, соответственно, в частности, этим примером тоже подтверждает важность такой конструкции, как картина мира. Соответственно, и есть еще некая техника восстановления вот этих подсистем, которые фактически выстраиваются как технологические цепочки, когда нужно начать с начальных элементов, потом восстановить все цепочки, а потом так трансформировать схему, чтобы не было перекрещивающихся связей. Фактически, если попытаться резюмировать то, о чем я рассказывал, и сопоставить вот эти уровни организованности со схемой акт деятельности, то возникают некоторые пересечения и некоторые непересечения. Мы видим, что есть процесс трансформации, который очень напоминает процесс преобразования в схеме акта. Есть некий input, который, грубо говоря, переводится то, что на входе, и это не материальная организованность, не знаковая, это никак по материалу не определено. И есть то, что на выходе. Соответственно, есть актор, но других организованностей на уровне акта нету, но есть клиент за пределами акта, который, если не переводить дословно, а вчитываться по смыслу, то скорее напоминает или бенефициара, или стейкхолдера, или жертву производственного процесса. Соответственно, есть обеспечивающие системы, методика реконструкции которых напоминает восстановление технологических цепочек. Соответственно, есть собственник, для которого система выступает одним из инструментов, точно так же, как для актора и процесса трансформации, обеспечивающие деятельности выступают инструментами. То есть мы видим, что фактически возникает впечатление, что так как представления об объекте строились и схематизировались в разных социальных и институциональных ситуациях, то содержание схем отличается. Там есть, грубо говоря, схема акта, она прописана значительно более детально, в ней больше функциональных мест. Собственно, в части, соответствующей акту, в этой схеме меньше. Но зато она вписана в некий объемлющий контекст и наоборот. Что интересно, в схеме акта орудия и
процедуры, они врисованы в акт. А в этой схеме у Чекланда фактически орудия существуют как деятельности, которые находятся за пределами акта, но характеризуются как инструменты процесса трансформации. Следующий момент. И чем это отличается от схемы акта деятельности, что Чекланд постоянно подчеркивает, что модели целенаправленной деятельности не имеют онтологического статуса. Даже в тот момент, когда они провели коммуникацию и сверили модель, и уже на следующих этапах работы идет в ситуации коммуникации с участниками, направленная на то, чтобы найти изменения, которые могут изменить ситуацию к лучшему, и согласовать эти изменения, то есть прийти к изменениям, согласованным с участниками, все равно система целенаправленной деятельности, которая в этот момент уже считается релевантной ситуацией, не считается изображением ситуации, а считается инструментом для коммуникации. Следующий момент. Соответственно, я напомню, что когда мы смотрели слои объекта управления, который выделяет Георгий Петрович, то мы отмечали, что с рефлексивной позиции выделяются представления о деятельности. О деятельности управления фактически. Я здесь привел эволюцию схем мягкой системной методологии. Здесь показаны годы. Здесь показаны схемы, как они трансформируются. Ну вот, она очень напоминает эти схемы этапно-технологические, хотя при этом Чекланд подчеркивает, что у него очень мало материала, чтобы разобраться с тем, какие у него представления стоят за теми понятиями или категориями, которыми он пользуется. Процесс, структура, элемент, связь. Но он постоянно подчеркивает, что вот этот процесс, который изображен на этапно-технологической схеме, в общем-то, это не последовательность. С любого этапа можно вернуться на любой этап. Начальный этап повторяется в течение, длится в течение всей работы. И в этом смысле, с точки зрения представления о процессе Георгия Петровича, изображенный здесь, в кавычках, процесс, конечно, не процесс, а это скорее структура. Но я бы отметил, что вот Чекланд отмечает важность для них на начальном этапе вот этой пунктирной линии, которая разрезает схему пополам и выделяет в ней, как он говорит, реальный мир и, собственно, мир системного мышления. То есть фактически уже на этой схеме присутствует объект их работы и, собственно, сама их работа. Дальше он, алгоритм трансформируется, там кроме, так сказать, как он говорит, струи анализа деятельности, появляются культурная и политическая струя, роль которых – это выделить в ситуации те моменты, которые позволят потом осуществить согласование изменений и согласование интересов игроков, присутствующих в ситуации, и перейти к реализации изменений. Ну и, соответственно, я не буду рассматривать в деталях изменения рабочего процесса мягкой системной методологии, но в конце концов они отходят от этапно-технологической схемы, схема приобретает вот такую как бы расплывчатость и множество, как бы ряд вариантов ходов, но это делается намеренно для того, чтобы уйти от кажущейся последовательности прохождения этапов. Соответственно, следующий уровень разложения объекта у Георгия Петровича – это когда верхняя и нижняя половинка схемы соединяются, и фактически возникает онтологическая схема такого объекта, как управление. В бэкграунде мягкой системной методологии есть такая схема, про которую Чекланд говорит.
что любой анализ происходящего посторонним должен включать все три элемента и связи между ними. То есть здесь и решаемая ситуация, которую я отделил пунктиром, то есть, и, соответственно, тот, кто пользуется методологией, и его, так сказать, нормативы, методология, вот, объединены на единой схеме. Соответственно, следующая перерисовка. Данная модель изображает процедуру, посредством которой развивалась мягкая системная методология. То есть здесь уже это не просто схема, где объединены и собственно, объект позиции, и сама позиция, которая осуществляет техническое отношение. А эта схема фактически содержит в себе некий алгоритм. Но вот если ее разобрать на части и перерисовать в привычной нам схематизации, почему-то здесь мультик появился, то фактически видно, что эта схема напоминает схему шага развития, когда есть проблемная ситуация S из реального мира, которую, собственно, применяющий методологию наблюдает и имеет своим предметом. Соответственно, есть описанная методология, есть ее адаптация и построение подхода, который соответствует самому применяющему методологию и ситуации. И, соответственно, есть действия на изменение ситуации такие, чтобы получить новую улучшенную проблемную ситуацию. А также есть некая связь со следующим во времени шагом, когда урок, извлеченный вот из этой попытки улучшения проблемной ситуации, он изменяет и обогащает методологию, а также изменяет самого действующего. То есть фактически мы видим, что есть схематизмы, на которых оргтехническое отношение уже разворачивается, есть организационная схема, на которой оргтехническое отношение разворачивается, ну, и фактически по ней можно водить пальцем, организовывая свою работу. И следующий момент. Фактически трудно было сопоставить категории или понятия, на которые опирается Чекланд, поскольку в тех материалах, которые нам сейчас были доступны в ограниченное время, там не вводились понятия. Но по тому, как он использует, можно кое-что восстановить. То есть фактически, несмотря на то, что Чекланд говорит, что представления о процессе, структуре и связи не прижились в качестве формальной методики в обследовании, в мягкой системной методологии, ну то есть в восстановлении схемы материала ситуации или элементов связей, процессов, структур материала ситуации. Но тем не менее он ими пользуется неформально, и они присутствуют в его тексте как описание различных вот этих подобных организованностей ситуации. Если сопоставить это с понятиями или категориями системного подхода 1 и системного подхода 2, то мы видим, что здесь прослеживается, ну, практически полная параллель с системным подходом 1, то есть и процессы, структуры, и связь, и элемент. А вот представление о функциональной структуре и морфологической структуре у мягкой системной методологии нет. Я также не встречал нигде использования понятия материал. Это первый момент. Второй момент, что если сопоставлять не только с системным подходом, но и с системодеятельностными, то вот обращает на себя внимание то, что Чекланд, я уже говорил, постоянно подчеркивает, что модели целенаправленной деятельности не считаются представлением о ситуации. То есть существуют социальные ситуации с реальностью отношений, а модели — это инструмент познания. То есть пока я сомневаюсь, что они онтологизируют деятельность. Хотя, с другой стороны, конечно, у них есть такой посыл, что когда Чекланд обозначает основания, которые ему позволяют пользоваться такими средствами, как модели целесообразной деятельности, пользоваться по отношению к социальным ситуациям, он говорит, но ведь люди, которые имеются в ситуации,
ну, как бы на следующем уровне, они пытаются действовать целесообразно. И поэтому мы можем описывать ситуации, как ситуации целесообразной деятельности. Поэтому, если резюмировать, то я должен сказать, что как бы онтологические представления мягкой системной методологии пока для меня остаются вопросом и, так сказать, для дальнейшей реконструкции. Ну, а их представление, уровни представления об объекте, вот, а также понятия и организованности, которыми они пользуются, ну, в первом приближении, так сказать, в качестве рабочей гипотезы реконструированы. А, спасибо. Какие вопросы? Да. Владимир, Виктор, скажите, пожалуйста, вот то, что вы излагали, это сопоставление на Земле. А вот, скажем, можете ли вы трансформировать висящий вопрос для американских астронавтов на МКС постоянно? Их отбирают по признаку. Если по-русски ничего не понимаешь, нечего там делать. Спасибо. Еще есть вопросы? Да. Володя, а можешь ли ты указать класс задач, исходя из тех текстов, с которыми ты знакомился, с которой решала или пыталась решать эта школа тем инструментарием, который она разрабатывала? Чтобы сопоставить одно с другим. Эмпирический класс задач или же... Безусловно, да, как было сказано, на Земле. Ну, смотрите, он ссылается не на слишком большое количество примеров, но они у него делятся на два типа. Один – это когда нужно осмыслить ситуацию для заказчика, а второй – это когда нужно дойти до согласованных изменений ситуации. Первого типа – это когда к ним неоднократно обращались по поводу конфликтной ситуации, связанной с реформой здравоохранения, и фактически им приходилось схематизировать ситуацию и через схему, собственно, продвигаться к тому, чтобы разные участники ситуации, которые видят ее по-разному, имеют разные интересы, ну там, начиная от медсестер внизу и до руководителей здравоохранения вверху, при смене вообще полной организации работы системы здравоохранения, они, так сказать, обсудили смысл и пришли к некоему соглашению по поводу изменений. Вот. Это такая осмысливающая работа. Ну, собственно, он также упоминает о работе в проекте «Конкорд», но скорее этот пример он интерпретирует как работу еще в логике жесткой системной инженерии, которая была заточена под то, чтобы достичь технических целей проекта. Он говорит, что в тот момент они понимали цели работы, собственно, помочь системе достичь поставленной системой же цели. То есть произвести продукт там с минимальной ценой, в минимальные сроки, с максимальным качеством. Да? Еще вопросы? Да. Владимир, Гиренко Роман, программный клуб «Методологическая практика управления». Владимир, скажите, пожалуйста, а вот если предположить, что вот эта компаративная часть вами пройдена, да, вот, и соотнестись с той первой частью, которая была здесь на чтениях, где присутствовали, условно говоря, практики, да, и модельно представить ситуацию заказчик,
на такое практичное интеллектуальное содержание, да? Как бы вы видели тот возможный интерфейс между этими практиками и то, что вы сейчас обсуждаете и докручиваете? Потому что ведь мы имели им дело, или имели дело за шаг до этого, с продвинутым заказчиком. Вот. И здесь ведь еще параллельно ставится задача на позиционирование в неких таких социальных организациях, социальных структурах, где вопрос про стратегии встает. Вот. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, если не пойму, то вы, не понял, то вы поправьте. Но как я понимаю эту практику, то есть фактически они заходят в ситуацию как внешние игроки, но при этом они позиционируют себя как тех, кто управляет ситуацией. При этом это особый стиль управления. То есть фактически они на первом этапе строят представление о ситуации, которая становится публичным и корректируется с учетом знаний и представлений, которые несут участники ситуации. Вот. А на втором шаге выступает основанием для того, чтобы построить изменения, которые а. реализуемые, а б. Которые реалистично согласовать в этой ситуации между стейкхолдерами, как желательные. Вот. И, соответственно, прийти к соглашению с учетом разных имеющихся там картин мира у участников, прийти к соглашению о взаимно желательных изменениях. Поэтому я эту позицию характеризую как управленческую, с одной стороны, а с другой стороны, это, конечно, управленческая позиция в таком любопытном институциональном контексте, когда, скажем, не нанял руководитель и нужно достичь поставленных им целей, да, а учитываются, собственно, позиции стейкхолдеров, имеющихся в ситуации, и ищется взаимоприемлемое решение. Методическая часть мне понятна здесь, что вы говорите. Но даже у такого развитого заказчика, да, и то вопрос не возникает ни на что. То есть они примерно, ну, знаете, как в этом... А кого имеете в виду? Ну, вот, которая группа предыдущая была, да, они оперируют неким набором инструментов, который для них уже самодостаточен. Вот, и это развитые представления. А если мы имеем дело с теми, кто, собственно говоря, вообще не имеет подобного рода запроса? Ну и что? Сейчас, секундочку. И что? Вы что хотите от докладчика? Вы хотите, чтобы он вам подогнал умного заказчика? Нет. А что? Я предполагаю, что... Не работаете с глупыми заказчиками. Я предполагаю, что за исследовательской частью... Не тратьте время. За исследовательской частью стоит некая практическая работа на стыке исследователь и практик. И у меня вопрос больше в ту сторону. То есть вы, как исследователи, которые работают и занимаются компаративным исследованием, предполагаете некую следующую практическую часть. И здесь я вижу, что, по всей видимости, вы в эту сторону двигаетесь и думаете. Я и спрашиваю, какой следующий этап? Подождите, вам вроде бы докладчик сказал, ну, посмотреться в зеркало, ну, посмотреть на другого и увидеть там себя. Смысл компаративного исследования заключается в том, чтобы лучше понять себя. В частности, то, что писал, там, частично делал, ну или нам завещал делать Георгий Петрович. И перерисовка определенных, ну, так сказать, положений система мыследеятельностной методологии в схемах Чекланда или перерисовка кейсов Чекланда и его рефлексии опыта мягкой системной методологии в схемах ММК позволяет увидеть в них другое измерение. Вместо того, чтобы, как вы, ну, приписали
ну, будем считать, что это некий из задачки персонаж, у которого есть четкий набор инструментов, и он просто приходит и отштамповывает его на новом материале. Потом инструмент забирает, переходит к следующей ситуации, опять отштамповывает. Ну вот если такую условную фигуру придумать, ну или представить себе, то это другая, ну вот так сказать, другой исследовательский заход. Но при этом, там Володя сказал, но обратите внимание, что опять если мы возьмем цифры, то, например, отказ Чекланда от жесткого системного подхода и вообще вот натуралистической точки зрения приходится ровно на те же годы, когда это происходит в ММК. Вот просто как будто бы они, не знаю, что там, сговорились, да. Или им кто-то одновременно нашептал. Я думаю, что второе. Поэтому вот буквально, да, более того, как бы текстово куски начинают совпадать. Там пассажи про то, что вот ну, натуралисты думают, что вокруг бегают системы и просто заменили натуралистическое понятие объект по представлениям о системах, да, встречаются и у Чекланда, и у Георгия Петровича. А какие-то вещи, безусловно, разные. Ну, и это позволяет увидеть более глубоко, так сказать, то, что, например, мы делаем. Ну, и смотрите, я рискну ответить за него на часть вашего вопроса. То есть я думаю, что после того, как опубликована на английском работа, ну, вот, которая была проделана, в частности, корпоративная, я не беру как бы государственный институциональный уровень, она ими будет квалифицирована как применение жесткой системной методологии по их, ну, так сказать, лекалам 70-х годов. Они скажут, да, понятно. А они скажут, все понятно, про этих ребят все понятно. Это мы образца 70-го года. Ну, тоже интересно, мы думали, они с дуба слезли, оказывается, они... так сказать, уже добрались там в своем мышлении до того, что мы понимали в 70-м году. Это гигантское продвижение вперед. Еще вопросы? Владимир, еще одно уточнение. Либо я пропустил, либо укажи на это. Интерпретация мышления в разных подходах. Можешь ли ты указать, что сопоставимо с ней персонифицированным, а как ОММК коллективно распределенным субстанцией этой? Ты старательно избегал этих слов, thinking и все остальное. Вот что у них, если хочешь, давай на английском. Схемы мыследеятельности у них ни у кого, судя по всему, нет. Но они находятся чрезвычайно близко к ее переоткрытию. Уважаемый ведущий, прошу не подсказывать, а я имел... Ну, я сокращаю просто расстояние. Я более узкий вопрос задаю, не про схему мыследеятельности, а вот про этого коллектива... А не может быть никакого представления о мышлении вне схемы мыследеятельности. То есть, Володя, ты хочешь согласиться с подсказкой ведущего? А что ему остается? А, да, Андрей. Ты хочешь что-то сказать или ты просто радуешься? Я с суждением. С суждением. Я все, хорошо, жду. Да. Вопрос. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот если любое исследование имеет научный и политический контекст, то почему именно Чекланд? Вот почему вы для своего исследования выбрали Чекланда, а, например, не Билла Гейтса или, например, и отношение к жесткому... Непонятный ваш вопрос. Хорошо, я тогда... Вот, например, можно привести альтернативный пример, но не из идиотической области, никак не связанной с темой обсуждения, а из этой. Ну, а кто еще? Например, назовите фамилию. Йорген Добыча, например. Посмотрим. Да, суждение. Я хотел бы
вот от этих систем деятельности, кто кого обслуживает, перейти к другому вопросу. А у нас есть схемы Чекланда, схемы, можно сказать, ММК. То есть у нас есть онтология, вот если по-современному говорить, онтология Чекланда, онтология ММК, выраженная в онтологических паттернах, схемах. Если мы начинаем делать мэппинг двух онтологий друг на друга, то мы можем попарно иметь бесконечное количество сравнений вот этих вот онтологий. Поскольку когда-то ММК заявлял, что он будет понимать всех остальных, то я считаю, что, наверное, это было однократное сравнение вот этой вот онтологии ММК с онтологией Чекланда. Ну, в предыдущем докладе до именно схемного сравнения практически не дошли, в отличие от этого доклада, где можно было действительно посмотреть элементы разных схем по отношению друг к другу. И далее вопросы. Первое. Правда ли я понимаю, что это будет восприниматься дальше как начало работы, где мы другие системные подходы, действительно не только Чекланда, но и каких-то других авторов будем также подробно рассматривать по отношению к онтологии ММК, и она будет вот той, которой мэпится, то есть которой будут отображаться все остальные. Правильно ли я понимаю, что мы в какой-то момент поговорим о технологии вот этого сравнения и отмэпимся к современной технологии, ну вот там схемы, онтологические паттерны, вот как бы с языком. И правильно ли я понимаю, что мы в этот момент и поймем, что с этого момента все начнет развиваться, потому что каждый раз будут находиться те элементы, которые невозможно отмэпить, и по норме мы должны расширять ту самую онтологию, к которой мы мэпим. То есть я специально задаю немножко другой язык, потребляя, тем не менее, любимое слово. Вы помните этот анекдот про, значит, то, как в израильской армии, значит, генерал приезжает, построили рядовых, значит, он говорит, рядовой Рабинович, значит, выходит шаг вперед, он говорит, вот скажите, вы выходите, значит, на улицу, заворачиваете за угол, а там арабский террорист, ваши действия. Значит, достаю нож, бросаюсь вперед, ударяю, все. Ну хорошо, а вы выходите, там два террориста. Ну, я стреляю, достаю нож, бросаю, значит, выходите пять израильских. Я то, все, сел, выстрелил, на автоматную очередь, там перекатился. Все. Выходите, там, значит, бронетранспортер, значит, пулеметы, 14, значит, пеших террористов. Он говорит, Владимир Кирилл, а вам встречно можно вопрос задать? Он говорит, можно. А скажите, а в израильской армии я один? Во-во-во, вот это вот и есть суть моего суждения. Потому что я очень долго не видел вообще сравнения схем одной предметной области в виде схем, онтологических паттернов каких-то, другой предметной области. Для меня же ММК, традиция, это же тоже предметная область. И далее по норме. Либо у меня существует третья, по отношению к которой проводится это сравнение, потому что никогда попарных сравнений сейчас не проводится. Всегда участвуют три онтологии. Либо я наблюдаю какой-то фрагмент действительности, в которой одна половинка вот этой тройки нам сейчас предъявлена, ну а дальше говорится, что-нибудь будет еще, потому что всегда сравнения это идут по три. Это вот современный подход, это как сейчас делается. Хорошо. Вы опять задаете риторический вопрос. Ну, риторический вопрос, но я говорю, спасибо. Смотрите, это интересное место, с которого можно начинать развиваться. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, Вадим Маркович. Значит, вот я согласен с той интерпретацией, которую Петр давал по поводу перевода с языка на язык и уяснений для себя, прежде всего. И при обсуждении доклада и Марачи, и вот этого доклада, Галина Алексеевна тоже обратила внимание на то, что ведь, собственно, анализ Чекленда или других системных представлений ведется уже в языке теории деятельности, в языке методологии. Чем, какая тут есть сложность? Сложность состоит в том, что при таком подходе ведь мы можем осуществлять редукцию. То есть мы можем терять очень много смыслов и приписывать наличие развлечений, которых у других не существует. Но если только мы хотим сами уяснить,
И, например, выйти на схемы организации коммуникации внутри себя, то все это понятно. Однако ведь есть и другая стратегия, а именно отступить на территорию философии. Ведь философия, она все время втягивает в себя самые разные языки, она на метауровне их переосмысляет, и затем это может быть использовано именно в ситуациях исследовательского сравнения. И, кстати, Георгий Петрович очень часто демонстрировал такой, я бы сказал, отход на территорию философии через анализ, через проблематизацию, ситуационный анализ, использование понятий именно из разных совершенно философских языков. Это раз. А второй момент, который тоже очень помогает, это четкое все-таки развлечение, концептуализация, то есть того, как данный автор, например, Чеклинд, сам видит, понимает, в какой системе понятий он работает, и его объективного, как бы, его объективной деятельности, которую мы, конечно, реконструируем. И то, и другое мы реконструируем. Но заметьте, если мы реконструируем концептуализации, нам приходится очень четко разводить наши языки и наши представления с теми языками, теми представлениями, которые мы анализируем. Это вот первое. Ну, Вадим Маркович, вы, безусловно, правы, но у меня такое ощущение, что ту часть докладов, которые давались цитаты из Чекланда, вы просто с Галиной Алексеевной проговорили. Так, нет, думаю, что нет. И теперь второй момент. Я еще раз хочу обратить внимание, что вот оба эти доклада демонстрируют, и даже и первый еще, они демонстрируют нам очень важную вещь, что вообще-то языков синтеза не один, а два. И очень важно вообще понять. Есть один язык, язык синтеза и сборки, и разложения. Это системный язык и системные подходы. А другой – это предметные языки, теории деятельности, культурологический язык, синергетические представления. То есть есть и те языки претендуют на сборку, синтез и анализ. Кстати, обратите внимание, как назывался подзаголовок одной из статей Георгия Петровича. «Деятельность как система». Деятельность – система. Это очень принципиально и важно. И вот тут, конечно, вопрос встает. Вот предметные языки синтеза, чем они отличаются от системных языков синтеза, сборки и так далее? Я думаю, тем, что вот эти предметные языки синтеза, они схватывают особенности тех феноменов, по поводу которых мы начинаем говорить. Или же в исследовательской позиции, или же, там, скажем, в практической. А языки системные, это, собственно, ну я такой предположить могу, что это прежде всего языки логики мышления, логики как бы чистого мышления по Канту, когда он говорил, что есть чистые формы. Вот это тоже, это как бы чистые формы, но относящиеся к мышлению. Спасибо. Так, будете что-то? Коллеги, перерыв, полчаса на кофе.